10 июня в зале заседаний администрации муниципального образования «Северский район» прошла 9-я сессия совета. В ней приняли участие глава района Адам Джерим, прокурор района Денис Жуков, председатель совета Владимир Захарченко, а также главы городских и сельских поселений и руководители служб. На встрече депутаты рассмотрели ряд важных вопросов, среди них – о списании основных средств, исполнении местного бюджета за 2020 год и присвоение звания «Почетный гражданин Северского района». Подробнее о местном бюджете на 2021 год и на план новый период 2022 и 2023 годов рассказал заместитель начальника финансового управления Андрей Красиков. План доходной части бюджета на 2021 год остается без изменений в сумме 2 миллиарда 478 миллионов 641,4 тысячи рублей. Расходная часть местного бюджета возрастает до 2 миллиардов 593 миллионов 741,3 тысячи рублей с дефицитом 115 миллионов 99 9 тысяч рублей. Бюджет в этом случае остается сбалансированным. Также на сессии депутаты обсудили вопросы об утверждении перечня свободных земельных участков для граждан, имеющих 3 и более детей, в структуре администрации и вывозе мусора в Северском районе. К коллегам обратился глава района Адам Джерим. Вы посмотрите, что творится, значит, вот при смене рекоператора, посмотрите, что творится в Черноморке, в Ильской, в Азовской, значит. Мусорная тема – самая острая тема, которая сегодня стоит не только в районе, но во всем крае. Очень острая. Сегодня мы должны эту свалку закрыть. Она уже закрыта. Северская свалка. Надо ее рекультивировать. Кто-то задумывался, какие деньги нужны на рекультивацию этой свалки. Сессии Совета муниципального образования «Северский район» проходят на постоянной основе.